И вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, с вами Нофи Костян, канал «Это не диалоги о рыбалке». Мы с вами вновь на Енисее. Ловля наживки пока что. Перед проверкой черной дыры. Впятером сейчас с мужиками делали переправу. Воды много прибыло. Рубили тальник, возили доски. Короче, намастили переправу, переехали на снасть. Продолбился, течение маленько подтягивает в какой-то, видать, то ли шугу, то ли торос куда-то попал. Эта мормышка не сразу проходит до дна. Ёршик клюет. Осталось поймать еще десяток. И на проверку. Удочки сегодня сниму, так как веревку я с собой не брал, они у меня там стопудово сейчас повисли с такой водой. Будем снимать. Перемет пока оставим, тоже скоро его буду снимать, запускать прогон. Вынужденно. Ну а пока наживку ловим. Наживляться будем ершом сегодня. Что завтра, если повезет, попадем на лед и проверим. Енисей вроде притирать начало. Но вода сразу все равно падать не начнет. Пока еще прибывать будет. Очень много в этом году воды прибыло. Вот последний раз уезжал. Если кто видел, когда я не поехал на перемет, не стал перепрыгивать через заберегу. Лодка там на берегу стояла. Сегодня на Угор выехал, там напротив. Лодка эта далеко уже в воде и вмерзла. Погода еще теплая стояла, заберега сразу не подстывала. Сегодня вот градусов 15, наверное, сейчас минуса. После вчерашних 2 градусов. Буквально завтра, по-моему, еще так будет. Потом к вечеру уже опять начнет теплеть. Что-то там опять 0 будет. 1 градус. Сутки или полтора. Потом опять похолодает, потом опять потеплеет. Снег, метель будет. Короче, такая хренотень будет. Непонятная. По возможности будем выезжать, скорее всего, до субботы. А в субботу перемет снимем. Прогончик запустим. И все, пока на этом. Ёршик есть. На 2 раза сейчас наловлю сразу. И будет все отлично, я так думаю. Если у меня там еще на перемет что-нибудь не нанесло. Потому что все, уже течение появилось. Даже вот здесь у берега и то берет. Подпор пошел воды. Ёршики прям удачные, такие средние. Крупный тоже попадает. Вот такие вот средненькие самото. Посмотрим, что там у нас. Налим попал вообще, выжил, не выжил. Если перемет подняло, то ему сложновато было там выживать.
Давай. Неплохо ёршик берет. Вроде бы пока в этом месте. Потом не будет его здесь. Будет, но очень мало. Сместиться. Мы пока тут рыбачим. Говорю, в шугу какую-то попал. То пройдет мормышка до дна, то не пройдет. Этот тростняк, видать, какой-то затопило там на берегу, который был. Как-то вот так пока. Усок сегодня некомфортный с реки. Кстати, сейчас пригляделся хорошенько. Енисей до сих пор еще идет. Лед так еще и не встал. Все, начинаем удочки сымать. Я даже наживку не ловил на них. Так что однозначно снимаем. И все. С этим мы уже закончим в этом году. Может, как-нибудь делать нечего будет. Еще, конечно, поставлю. Вот он. Налим. Говорю. Повисло. Все, шансов у налима мало выжить. Но есть. Хорошенький такой пятерик. Опа, уснул. Так, это скручиваем, сматываем. Идем дальше. Маленько прикрыться. Висит все. Плохо вот так, когда повисает. Тут даже ерша не съели. Налим живой. Ола! Дункан Маклауд бессмертный. Сматываем и на следующую. Так, тут у нас один крюк. Если успел, то укусил. А может, не успел, хрен его знает. Успел. Тоже живой. Одинаковые такие, по два с половинкой. О, тут на буране подъехал. Не переедешь ты тут, зря приехал. О, метание налима прямо в нарту. Два попадания есть.
приготовим. Сразу стоянку прибавить. Там на той лунке у меня вышло где-то метр добавил. Сказал бы я, что много прибыло. Но в принципе я и запас веревки оставлял. Непонятно, сколько прибыло. По берегу вода далеко ушла. Сейчас прибавим, тоже запас сделаем. На всякий случай, вдруг резко подкинет. Как, блин, я думал, Енисей уже закупорило. А он до сих пор еще сопротивляется. Сопротивление, конечно, бесполезно. Все равно придется остановиться. Так, что тут у нас вышло? Ага. Нормально. Да что такое? Так. Течение есть, вот там палку скидывал. Ну как бы утянуло, но еще не сильно. Пока не встанет Енисей. Оно появилось, но еще не такое, как будет. Так. Ну что, начнем. 14 ноября 2023 года. Восьмая серия нашего сериала «Черная дыра». Посмотрим, сколько у нас осталось выживших. Лишь бы никакую эту корягу не приперло. О, есть коряга живая. Блин, что-то я неправильно расположился. Думал, течение тащить будет больше. Ёршик. Получается, этот первый на ельчик попал. Дальше ёршик. Живой даже еще ёрш. Че это тебя никто не сожрал или то, что подняло? Иван вчера на корыте с женой переплавлялись. Вон палки стоят. Контачили, сидели. Жена, говорит, двух поймала, у него ни разу не клюнул. О, хорошенький. Головастик. Длинный, башкастый. Ложись в рядочек. О, китикет, бай-бай. Прикимарил. Ельчик обсосанный. Да народ жалуется по снастям, говорит, не это, не очень с налимом-то. Посмотрим, сейчас свеженько наживим, посмотрим, что завтра будет. Налимы какие-то все худые, длинные. До этого плотные были. Раз вчера Бимка последнего налима из запасов съел. Как раз
на запас. Я бы, конечно, бы лучше бы еще бы день убил, сега порыбачил. Таких процесс классный. И рыба вкусная. Опа. Тыркнула хорошо. Перемет тоже проверять надо. Блин, прям что-то ведет. Обсос. Не отсюда ли рыба ушла сейчас? Нет, водит, водит. Идет какой-то обормот. Блин, дергает-то круче, чем вот этот. Прям водила. Или с течением теперь так кажется. Нет, вот есть крупненький. Улыбочку. Подъем с глубины. Смотри, что стандартные такие. По 4 килограмма. Но в основном пустые крючки. Все, друзья, на этом все. Четверка. Опа! 4, 4,5. Вот этот чего-то наелся. Ой, ёрш еще тут мой торчит. Это пузо прям битком. Ряпушка там уложена в рядок. Китикетина. А, вот это он заглотил. Фу. Это сопля с него идет. Оставим птицы. Пускай поклюет. Видать, которые заглотили, те остались. Которые с краю то свинтили. Наверное. Я так думаю. Сколько-то не проверял, не помню, 4 дня что ли. Или 3. Опа! Так. Вот так. Ну все же кучка хорошая. Не без улова. Так, ладно. Наживляемся. Потом едем обратно перескакивать. Вода еще прибывает. Как там наша переправа? Ну, сильно не подтопила. Ну, вся она у нас вот такая зыбкая. Мороза нет, ничего не подстывает. Ну вот и все, друзья. Очередная проверка перемета закончена. На лим попал. Всем не хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. И до встречи на реке. До встречи у этой черной дыры.